Здравствуйте, меня зовут Алиса Дмитриевна. Сегодня день города Москвы, и мы находимся на ВВЦ. Сегодня здесь собралось много взрослых и детей. Какое для вас самое любимое место в Москве? Добрый день. Мне нравится отдыхать в парках. Мне очень нравится, что на отдыхе делают много всего нового. И я с удовольствием сюда приду еще раз. Привет! Привет! Что ты любишь делать в свободное время? Ну, гулять, общаться с друзьями там. Отлично. Марко! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Ваня Минько. Нравится ли вам наш сегодняшний фоторепортаж, видеорепортаж? Очень понравился. Чем? Ну, мне понравилось. Не знаю что, но мне все понравилось. У вас с фотографиями все в порядке. Мотор, давайте. Здравствуйте, меня зовут Марина. Мы находимся на ВДНХ. Сегодня в Москве проходит День города. Сейчас мы спросим у нашего гостя, нравится ли ей этот праздник. Мне этот праздник очень нравится, а больше всего мне понравилась детская площадка большая. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Галина. Нравится ли вам наш праздник? Да, очень. Чем вам он нравится? Все очень здорово организовано, весело. Мы побывали на нескольких павильонах, нам все понравилось.